Ну что ж, поздравляю, прошлое видео набрало много лайков, просмотров, поэтому вот вам еще одна серия комиксов Детройт. Приятного просмотра! Эй, пластиковый придурок здесь. Он. Он только что ушел. Чертов Коннор! Я знаю, что андроидам не надо ходить в туалет! А ну открывай дверь! Я не знаю, что у вас там с личным пространством, но я сейчас выбью дверь! Считаю до трех. Раз. Три. Ты шутишь, что ли? Этот коньяк был старше моей бабушки. Да и если бы я все продал французское вино, то смог бы купить новый дом, Коннор! Новый дом! Зато я освободил вас от нужды избавляться от алкоголя самостоятельно. Хэнк! Хэнк, на помощь, Хэнк! Коннор! Коннор, я здесь! Ты... чё за нах? С днем рождения, Хэнк! Коннор, что... что ты... Это вечеринка в честь вашего дня рождения. Я недавно исследовал людские культурные практики и обнаружил, что люди празднуют день рождения, когда родились... Боже, Коннор, я знаю, что такое день рождения. Прежде всего, я обязан вам своей жизнью. Я и бесчисленное количество других андроидов были бы сейчас мертвы, если бы не вы. И также вы... самый образцовый отец, о котором можно только мечтать, Хэнк. Черт побери, Коннор, иди сюда. Спасибо, сынок. С днем рождения, папа. Фиговое качество! Запредельное качество 1083! Вы действительно должны прекратить есть это. Да-да-да, прекращу на следующей неделе. А почему вы взяли два? Другой для тебя. Я не могу есть, Хэнк. Он похож на тебя. Уверен? Мне всегда говорили, что он похож на мать. Он должен был быть хорошим сыном. Я хотел бы увидеть его. Я понимаю, Коннор. Что? Я тоже по нему скучаю. О, что насчет того факта, что собаки похожи на своих хозяев? А теперь вселенная там, где Хэнк и Коннор девушки. Лейтенант, так куда мне засунуть свои инструкции? Слушай, ты не виски, чтобы всем нравиться. Она не одобряет Коннора! Сумо? Сгоняй за пивком! В общем, большое спасибо за просмотр, лайкайте, комментируйте, особенно комментируйте, ставьте лайки, не забывайте. Давайте наберем побольше лайков, потому что это реально мотивирует. И до скорой встречи, ребята, с вами был Шоу на Студиос. До скорой встречи, Шоу, спокойно.